Сегодня у нас уже 7-е число. В общем, свадьба прошла великолепно. Я скину видео, как сегодня-завтра должен видеооператор мне прислать видео. Это под 3 минуты, которые. Стол у нас до сих пор стоит, шарики не сдулись. Все было очень круто. Были, конечно, небольшие нюансы, но это уже не важно. Вот такой стол я утром снимала. Вот все, что осталось. Тут еще ничего даже не убрали, уберем все. И покажу, я делала же букет сама. И он еще до сих пор жив, представляете? Свидетельство вот у нас вот в такой папке. Сейчас у нас дома немножко бардак такой, кубы валяются, мы это будем продавать. Небесные фонари мы не запустили, мыльные тоже мы запустили. Тоже тут еще бутылка, да, у нас еще бутылка шампанского целая осталась. Платье у меня немножко подол черное, но мы в химчистку дадим. Кстати, вот кольцо. Серегино кольцо я покажу, когда он придет, он уехал. Так, сейчас. Смотрите, вот мой букет. Вот эти это розочки пионовидные, либо это пионы. Гортензия умерла, я забыла их в воду поставить. Еще вот такие вот очень красивые. Букетик нам тут подарили, остальные мы выкинули, потому что они без воды умерли. Еще, когда мы выходили из ЗАГСа, нас успели сфотографировать и сделали вот такие вот фотографии. Это вот такую. Их можно как магнитики, можно вот так вот на стол ставить. И вот такую. Вот, а еще мы делали песочную церемонию, и у нас вот так получилось. Было очень трогательно, но со свадьбы видео выйдет раньше, чем вот это, поэтому посмотрите. Но песочную церемонию мы не снимали. Вот, иконки нам подарили, родители благословили. И, конечно же, все подарили деньгами. Подарили в таких конвертиках. У нас теперь столько конвертиков дома, вообще жесть. Наша свечка, которую мы будем по вечерам зажигать. Я потом попозже уберусь. Ну, платье, конечно же, все. Но оно было настолько шикарным, оно такое шикарное на фотографиях. Это вообще что-то с чем-то. Супер-супер все. Сейчас я еду менять фамилию. И вам еще я сейчас реснички покажу, кстати. Я, по-моему, не снимала ресницы. Сейчас я вам реснички накрашу и покажу. Что-то голову высушу, голову высушу. Я во всем готовлю кушать. Вот реснички. Я их прочесала. Вот, а сейчас я готовлю кушать. Там мне кушать. Покушаем. И куда-нибудь поедем. Представляете, сегодня уже 8-е число. Свадьба была 5-го. Сколько времени прошло, а я никак не могу разобрать стол. Потому что тут очень много сладостей. И на кухне надо перемыть посуду. И надо сдать платье в химчистку. Оно такое потрёпанное. Вот, я его тут оставила. Смотрите, как оно круто переливается. Это просто какой-то кайф. Это вообще... Вот. В общем, что хотела сказать-то. Так как у нас в следующем году будет еще банкет, готовиться я буду уже не так, как в том году. Ой, как в этом году. За день делать все дела. Это очень тяжело. А я буду теперь за эти полгода, которые у нас остались до Нового года, я все сделаю, мы все забронируем, все оплатим, чтобы нигде, опять же, не опоздать, не прилететь. Ведущий и фотограф у нас, видеооператор, будут те же, которые в этом году. Вот, платье выстиру, украшения с Алиэкспресса заранее я все закажу. Вам буду снимать, также покажу все. Не знаю, думаю, в следующем году будет венчание и большой банкет для всех родственников с ведущими, артистами. Утро жениха и невесты мы будем делать вместе в каком-нибудь красивом отеле или в какой-нибудь красивой студии. За год, я думаю, появятся новые декорации в студиях. А еще я хочу в ближайшее время либо на 5 лет отношений, либо вот просто в ближайшее время сделать Сереже офигенный сюрприз в студии, романтический ужин. Так что это я вам тоже засниму, покажу. Вот. А сейчас у нас такие дела. Это постирать, взять химчистку платья, поменять паспорт и убрать со стола. Ну, стенка пока тут так и будет стоять.